Адаптивный карантин отменяется. Украина переходит на ограничения, свойственные оранжевой карантинной зоне. Так решили в Кабинете министров. А уже с 14 ноября на всей территории страны начнет действовать карантин выходного дня. Что это такое и как он будет работать, знают мои коллеги. У нас ураганными темпами распространяется коронавирусная хвороба на территории страны. А також це спостерігається і в європейських країнах. Ви бачите, як діють європейські країни. Вони діють, переходять до повного локдауну. Повний локдаун українська економіка не витримає, поэтому правительство вибрало другой, более мягкий сценарий – максимальное ограничение в выходные дни. С полуночи субботы и до понедельника запрещается работа ресторанов, кафе и баров. Они смогут продавать еду на вынос. Запрещена работа ТРЦ, дискотек, салонов красоты, магазинов промтовара, в том числе и одежды. Не будут проводиться массовые мероприятия в помещениях и на улице. Останавливается работа спортклубов и бассейнов. Закрываются музеи, которые не могут ограничить количество посетителей из расчета 1 человек на 20 квадратных метров. Под новое ограничение попадают также кинотеатры и театры. Залы должны быть заполнены не более чем наполовину. Разрешена работа продуктовых магазинов, в которых именно продукты питания занимают более 60% площади. Будут работать аптеки, зоомагазины и ветеринарные клиники, а еще банки, почта и АЗС. При этом точки питания там должны закрыть. То кількість людей, які перебувають на лікарняному ліжку, одночасно зараз перебуває 28 514 осіб. А всі ми знаємо, що можливості медичної системи, наших лікарні, в них є певна межа. І вибачте, будь ласка, скажу вам відверто, не дай Бог нам пережити і побачити, що таке колапс і локдаун медичної системи. Без этих радикальных методов уже к 15 декабря в больницах не останется мест даже в коридорах, уверен глава правительства Денис Шмигаль. Важливо також рятувати і бізнес, який дає сотні робочих місць, але тут в нас є можливості, а в порятунку життів, якщо ми не зробимо всього необхідного, там можливості будуть дуже обмежені, їх не буде. Локдаун выходного дня продлится до 30 ноября. Для того, чтобы он стал эффективным, правительство просит украинцев по возможности оставаться дома и придерживаться общекарантинных правил. Инна Мазуркевич, Киев, твой дом.